Октябрь этого года выдался в Тверской области непростым. Несмотря на то, что начало месяца порадовало жителей Верхневолжья почти летним теплом, холодных дней оказалось больше. На днях регион и вовсе накрыл снегопад. Однако к середине недели резко потеплеет. Какие еще сюрпризы готовит нам погода? Об этом в следующем материале выпуска. Минувшие рабочие недели, да и выходные в регионе выдались по-настоящему зимними. Ночные температуры опускались местами аж до минус 8 градусов. Слабый минус был и днем. Даже образовался временно снежный покров примерно в 6 сантиметров. Но зима, видимо, пока только заходила на разведку. Погода в Тверской области меняется, как картинки в калейдоскопе. Еще минувшие выходные были заморозки, понедельник шел по-настоящему зимний снегопад, а сегодня, в середине рабочей недели, в столбики термометров резко поползли вверх и на Тверские улицы опустился густой туман. Что нам готовит погода в ближайшие дни? Снегопад, настигший регион ранним утром в понедельник, ближе к середине дня сменился на проливной дождь. Столбики термометров поднялись к отметке в 5-9 градусов выше нуля. Пасмурно, местами осадки, туман. Но эти явления в пределах нормы, говорят синоптики. Ведь осень – капризная дама, а уж октябрь тем более. В этом году он выдался довольно холодным. Октябрь в этом году был, по крайней мере, на 1,5 градуса где-нибудь, на градус 1,5 ниже нормы. Это вот, судя по всему, там были отдельные дни в начале месяца, где было теплее, а так в основном месяц был холодный. В ближайшие дни кардинальных перемен погода ожидать не стоит. Ночью слабый плюс, днем до 80 градусов выше нуля. Начало ноября, по крайней мере, первые 10 дней у нас будет неустойчивая погода, теплая довольно-таки погода. Будут идти временами осадки разной интенсивности, естественно, разной фазы будет. И можем и дождь увидеть, и мокрый снег, и снег можем увидеть. Что касаемо дальнейших перемен погоды, синоптики пока не берутся прогнозировать. Но, скорее всего, среднесуточные показатели ноября будут в пределах нормы. Зимняя погода, снежный покров установится традиционно примерно к концу ноября, началу декабря.